Всем привет, дорогие зрители! И вы видите здесь Андрюху. Слушай, а как ты, кстати, ник такой ввел, четкий? Чтоб прям под тебя. А, был? Подожди, я не поздоровался. Здрасте, мои дорогие бандиты! Вот, ну короче говоря, если кто-то еще не понял, то это GTA. Но, к сожалению, пока еще не пятая, а четвертая. И... Так же будем в пятую гамать потом. Да, обязательно. Как же без этого? И это сетевые. Кстати, ник менять в этом. В этом Xbox Live. Понятно. Блин, там... Enter'ом жму, я привык, что у меня было настроено. Давай, залазь. Так. Микро говорю. Чуть назад сел. Ну ладно. Дверь открыта. Выключил, говорю, этот самый. Как его называют? Аудио убавлю, а то оно сильно громко. И вообще тогда выключи его. Да. Сейчас я то же самое хочу сделать. Аудио. Так, громкость музыки вообще маленькая. Громкость эффектов. Ты потом у меня посмотри, как у моему чувачку руку скрутило. Я вижу я. Так, вот так вот. Наизнанку. И все, едем. Так, надо доехать, какую-нибудь тачку найти получше. Давай лучше на вертолете летать тебя научу. Да ну, на вертолете как-то скучно, не знаю. Окей. На машине-то веселее. Смотри, ты зачем на красный-то поехал? А мне какая разница? Ой, да там трамплин был. Так. Трамплин. Ничего не видел. Если из машины выйдешь и будешь нажимать на букву Е, ну, английскую, да? То это он будет что-то говорить тебе. Да, базарит. Так, я подобрал броньку. Давай, подожди, давай другую тачку возьмем какую-нибудь. Стой, мотик, смотри. Мотик, ну давай, ты тогда за руль. Я буду попытаюсь тебе довериться. Давай, поехали. Ой. Все, на дыбах я люблю ездить. Блин, мне когда ты на дубах стрелять неудобно. А я хочу пострелять поугарать. Давай копов. О, стой, возьми гранатку. Окей. Так, сажусь. Все, погнали. Давай. Надо копов как-нибудь вызвать. Да ща все будет. Главное с мутика не спрыгнуть. Этим ты копов... Ей-ей-ей. Так ты копов не дозаменешься, ты чё? А погоди, ты не трать тон. Вот так, да. Блин, сбил людей. О, копы, смотри, появились. Клёво. Надо, по идее, лучше в машину сесть, а то на мотике, если будем удирать от них, можно раздолбаться. Смотри, куда они... А, да, точно, они же нас не видели. Погоди, давай. Поехали. Погоди, стоп. Давай колеса. Нет, стоп. Пусть он. А, блин, он сдох. Блин, куда я побежал-то? Окей, пошли. Давай на. Ну давай, садись. Что за фигня? Нас сейчас убьют. Садись. Че он не садится? Окей. Понятно, сука. Все, поехали. Так, мигалки включу. Для вида так. Погоди, едь ровненько. Я хочу колесо им прострелить. Блин, у нас тоже простреленное колесо, ёлки-палки. Правая сторона, так только. Левая нормально. Да я с такой дальности не могу с пистолета прицелиться. Да погоди, ты не трать патроны нафиг. Блин, жаль, у меня нету этого. О, у меня гранатки есть. Окей. У меня вообще кроме пистолета ничего нету. А ножом я не могу в машине драться. Ёкарныш бабай. Смотри, мы удрали от копов и залетели в какую-то помойку. Да, пошли. Сейчас, короче, через забор перелезем, вот тут по газонам побегаем. Ой. Не знаю, нафиг я через забор перелез. Стой, я как ты забыл скайп выключить. Ха-ха.
А, у тебя булькает этот, да? Да. Погоди, моя очередь тачку искать. А если я игру сверну, то он меня выкинет. Сейчас что-нибудь найдем. Ладно, давай вот в эту. Ладно, будем. Если он будет сильно пиликать, то выключу. Ой, слушай. За тобой копы? Да, прострели им колеса. Да я вообще их могу прострелить. Не-не-не, чисто колеса. Ты давай езжай, мне не видно, чтобы вот так. О, давай на эту стройку. Залезем. На какую? На эту, сзади, слева. О, блин, не успел увидеть машинку. Окей. Все-таки зацепил фонарик. Так. О, смотри, базука слева. Упс, нифига, забор какой крепкий. Я, короче, я пошел за базукой. Где она? А, мини-карте, смотри. Да я вижу. Так фиг бы знать, где она. Она, видимо, за домом. Так, я получше тачку взял. Плохо, что с базуки это из машины. Из машины нельзя стрелять из базуки. Да. Сейчас, погоди, мне надо кое-что сделать. Так едешь за тобой копы, ты как бабах, и их нету. Где они были? Ладно, убежали. Они из машины вылезли. Ну и фиг с ними. Вон один. Ой, я ему... Давай, да пофиг. Все, поехали. Слушай, я ему яйцо, мне кажется, прострелил. И он дальше пошел. Нормально все. Как-то ты будешь, как это, знаешь. А да не, это просто здесь так забагано в мультиплеере. Йоу. Четко ты водишь. Хорошо, что я не сел на переднее сиденье. Там дверь оторвалась. Ну зачем я вообще сел на переднее сиденье? Не знаю. Блин, мы сейчас уедем от них. Ёлки-палки. Да не, смотри, не успеем, там еще копы впереди. Ну. А если ты сейчас остановишься, они исчезнут. Ты знаешь? Все, исчезли. Ах! Короче, когда ты типа это. Не, въезжай в них, просто въезжай в них. А, да не, они бы не вылетели так. Да зачем? Какая разница, вылетели или не вылетели? Нафиг. Нифига себе, опятина. Ну. Да у нас тоже ничего так. Ой. Смотри, вентиляция для капота, чё? Ну я видел. Окей. Мне хочется, смотри, в них так врезаться, чтобы они из машины вылетели. Погоди, слушай, нифига, они кажется, подожглись. Подожглись? За нами вон какие-то бешеные едут. Стреляем. Я пытаюсь по капу, по этим, по колесам попасть, погоди. Блин, я на дорогу, еду на дорогу, не смотрю. Так, погоди. Вот, четко, четко, четко. А, он уже с простреленным колесом. Все, поехали, поехали, поехали. Нас зажали. Поехали. Зажали. Ой, о, все, вырулил. Нифига их там, смотри. Нифига, у меня руку выкрутило. Слушай, надо на аптечку наехать. Чем скорее, тем лучше. А, блин. Все, у них, короче, колесо лопнуло. Так ты посмотри, сколько их за нами едут. Смотри, сейчас будет весело. Блин, не было, весело не было. Так бы сейчас подорвал. Надо было подольше подержать или так нельзя? А, нет, так можно, подольше, если подержишь, он начнет пиликать, да, так граната. Ты кидай ее. Стой, где-то птичка. Блин, блин, сейчас будет жесть. Поехали, поехали. Ну, бегай, она горит. А, елки-палки. Пока. Елки, нет. Ты живой? Да. Подходи. Ты жив? Блин. Нет. Извини. Окей, так. А, блин, меня слили. Ёлки-палки. Я этот дробовик сам вообще четко. О, слушай, иди ко мне, здесь два мотика, короче. Ну, сядем. Трын-трын-трын-трын-трын-трын.
Так, 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 так. А ты чё, типа, у них это, на прицеле? О. А, да. Всё, погнали куда-нибудь. Ты чё, на встречку-то, на мотике? Ладно, пофиг, я тебя сейчас догоню. Я могу... А, нет, блин, я не могу... Я сейчас тоже наверх заеду. Так, 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 так. Я вылетел с... Меня еще машина потом сбила. Я, короче, смотри. Я, короче, еду, копы поворачивают. Я прям в них вырезаюсь. И прям об машину. И она меня еще успевает сбить. Окей. Так. А, здесь где-то граната. А, вот она, граната. Ого. Во. Вова, лови гранаты там где-то. Ты что сделал-то? Я ничего. Просто в тебя гранаты не кидаюсь. Погоди, ты сам-то где? Я снизу. Там где-то. Вот, на трассу залазил. Все, пошли. О. Блин. Опять я радио включаю. Садись. Давай, я отстреливаться буду. По колесам жмали. Это не колесо, это его голова. Это его пукан. Пукан. Ага, офигеть. О, ничего так, сейчас бы мы полетели бы. Полетели бы активно. Щучкой. Полетели щучкой, и все. Блин, ты что меня оставил? Они меня убили. Да нет, ты вроде еще живой. Угу. Они мой труп обстреливают. И задницу будут использовать по назначению. Все, короче, у меня тачка хорошая. Садись на переднее место. Кстати, такая была у нас в городе. Так. Смотри. Вылазь, видишь, вон там пушка валяется. Иди подбирай, подбирай. А я сейчас тоже, ну это пулеметик такой. Вот я сейчас тоже добегу. Тут, кстати, бронька лежит. Сейчас броньку возьму. И пойду добегу, вот там еще один пулеметик. Кстати, надо будет это шейдеры, ну, NB установить на GTA-шку. Будет интересно, что. Шейдеры на GTA-шку, е, вообще жесть. Ага. А ты. Смотрел? Видел? Че? Шейдеры? Не, нифига. Не, я просто чисто, знаешь, привычка. Кстати, чтобы... у тебя шум. Сильное такое жужжание, да, прям? Да. Вот сейчас прошло? Да. Это просто, я как бы для зрителей скажу, если вдруг у меня такое получается. О, на видео, что... Да, к нам присоединился какой-то. Я видел. Этот чувак, он к нам заходил, короче. Погоди, ты что делаешь? Ты нафиг мою машину... Так, да крушишь. Все вроде с ней нормально. А, нет, блин, я ей... Давай. Стой, ой. Ну стой, пусть сядет. Да пусть сядет. Окей, да, сейчас. Побиби-ка ему. Посмотри, он на клона похож. А, не. Мне казалось, он на клона похож. Стой. Привлечь внимание. Fuck. Ладно, off. поехали, потом если что нас найдет. Где тут менты? Понты. Не, я в принципе хорошо к ним отношусь, к ментам, как к таковым. Но в игре нет, да? В GTA-шке нет, да. Забыл на оптик нахер, ладно, пофиг. Погнали. Погнали в аэропорт, заезжай в аэропорт. Еще какой-то розовый. Стой, базуку возьми. Базуку, окей. Ты что ты делаешь? Что ты делаешь? Стой. Погоди. Стой, бежит розовый, это девка, беги отсюда. Вылези из тачки. Я хочу просто поугарать сейчас. Все, садись на другое это, место. Другое место. Беги! Она нас съест! А чё? Стой, они нас убьют. У них банда. 2-2, считай. Там во. какая-то девка, я вот понял, это. Я понял. Это аэропорт? Нет. Нет, это не аэропорт.
О, а вот здесь, кстати, маяк. Это маяк. Не маяк, не в том суть. Короче, какая-то вышка. Да не в том, я не про то хотел сказать. А, да, это аэропорт. Тут этот, базука лежит. Угу, моя очередь подбирать. Окей, отлично, водишь? Четко подобрал. Поехали. Я выбил окно, чтоб пусть проветривается. Да, вот, кстати, в GTA-шку пятую будет интересно поиграть, потому что там самолеты будут, это смотри, раз. Машина ментовская. Там карта гигантская будет, это два. Там реалистичнее будет, это три. Менты. Сейчас, смотри, сейчас все будет четко. Смотри, что это автостоп? Сейчас будем дрифтовать тут. Кстати, вот... Слушай, ты не заметил, что на заднем бампере кровь? Заметил. В Сан-Андреасе тоже, помнишь, были большие самолеты, очень редко в аэропорту, но через них, сквозь них можно было проезжать. А кстати, здесь... вот там, в который город в пустыне, там есть один, был один гигантский, большой такой самолет, на нем летать можно было. Кстати, прикольно, но... А, в этом, в Сан-Андреасе, что ли? Да-да-да. Ну да. Смотри, сейчас будет весело. Уаха, бонзай! Вау! Я помню, когда на первой самой Соньке играл, ага. Самую первую GTA. Вот тут эти самолетики стоят справа, и вертолетики, так хочется сесть. Да что? Это эти, группировка, блин, обстреливаем их, это банда чья-то. Меня попали. Нихило, мы их обстреляли, да погоди, недалеко. Чё-то так вылез, чувачок мой. Опа. Ага. Кстати, ты знал, что если прицелиться и нажать на CS, да, ну, русского диска, вот, то он намного ближе приблизит. Чё, серьезно? Ну, не намного, ну так, нормально. Ты видишь чат? Чё-то они не сдружились. Ага. Слушай, мне кажется, или... Окей, а мне интересно посмотреть, это русские вообще? Мне кажется, или у нас тачка дымится? Это тёлка. Это Франция. У нас дымится тачка. Сейчас, погоди, тут есть... Ты, чувачок, это кто? Я честно не знаю. Франция. А, да, это они, наверное, вместе. Они оба из Франции. Видал, как сейчас гоняли? Слышишь? Да-да-да-да-да. Смотри, вон это, смотри, джип. О, доджик, стой, додж. Это моя тачка. Какой? Такой серенький? Вон, с этим двигателем, вон каким, торчащим. Давай, дочек. Окей. Поехали опять на ту гору, прыгнем с трамплина. Это моя любимая тачка. Мне знаешь, что нравится? Сейчас, погоди, я окно выбью. Поехали, да, сейчас налево, и опять с той горы прыгнешь, как я тогда прыгал. Мне просто, знаешь, нравится там это. Прыгаешь и нажимаешь в бок, и тебя заносит. Я так, короче, прыгнул, только надо там чуть-чуть как бы по левой стороне прыгать. Вот прям в прыжке, вот сейчас, вот дрифтуй влево. Вот сейчас дрифтуй влево. Я даже тачку не поцарапал. Ну правильно, чего ты хотел-то? Вертолетики, в них базуки. Да блин, да... Давай, вруль, да блин. Стой, да что? Что с ней такое? Да... Это да... токийский дрифт, блин. Ты посмотри, как у нее колеса мят. Да я вижу. У нас такие возле цирка иногда гоняют, ребята. Ну, прям возле вот цирка, вот. Что ожидать-то? Там просто... Смотри, нет. Смотри, как он открывает. Ой. Чётко, чё? Теперь давай ездить так. Я не знал, что они... О, нифига. Смотри. Эпик флай. У них флай-хак какой-то, я не знаю. Смотри. Ты слушай, посмотри, как он это, мягко накатает от него. Я вижу. А, я понял, что это у них тренер. Это такой типа читов, да? Ну, ну я знаю. У всех такие, кроме нас. Видишь, смотри. Поехали. Нафиг, поехали на аптеку. Кикай. Да фиг с ними, поехали на аптеку. Они нас убьют. Не могу ехать. Стой. Реально. Кика их, слышишь? Да ладно, поехали на аптеку, наедем. Они читеры. Да мне пофиг. Аптека не там. Ну ладно, один. Стой, этот-то откуда? Из России. Во, хоть один этот коренной наш. О, блин, ник похож очень на одну девчонку, мне знакомый.
Руни. Поехали, справа аптека. Да. Чувак, ты вообще водить не умеешь. Ну все, ну ты... Банши! Йоу! Уговнял машину. Это моя тачка. О, там еще доджик. Извини. А, ну ладно. Ну все равно, ладно, тогда поехали. На аптеку. А, хотя зачем нам на аптеку? Поехали обратно в аэропорт на Банши, давай попрыгаем с горки. Это просто мое одно из самых любимых занятий. Смотри, тетка бежит такая. Блин, да она какая-то лагучая была, я не мог ее сбить, она... Лагучая тетка? Гора справа. Давай с этой стороны прыгни на гору. Да, окей. Окей. Ладно, пофиг. Хорошо. А я слышь, я помню, с другом играл в GTA. Дрифтуй. Стой, я говорю, я помню, играл, короче, в GTA-шку, да, с другом. Ну, тоже в четвертую, вот. Полтора года назад где-то, или два, вот. Угу. А, смотри, я, короче, там иду, вот там дом один, знаю, плейбоя, да. Вот, в него можно зайти в мультиплеере. Я, короче, в него захожу, а там, ну, хотел перепрыгнуть, там хотел заборчик один, и этот. Промахнулся. Нет. Стой, слушай, и этот мой чувак прямо яйцами на забор, слышишь? Ай, капец. Жесть. Всплываем. Вообще слышал, что сказал? Да, вообще слышал, что ты сказал, да. Упс, прости, не хотел. Пошли, поехали в дом плейбоя. Погоди, у меня тут небольшая проблема. Лучше вообще полетели. Не, ну надо реально, короче, NBU смотреть. У тебя какая видеокарта? Ну, у меня гик. А, ну, так же у меня. Вот, ну, какие-нибудь там посмотреть одни. А чё, слушай, а я пушки... А, всё, подобрались. Так, всё, я на вертолёты и полетели в дом. Слушай, а, во. Во, все четко. Так, все, народ, я на вертолете. О, слушай, у меня это 4 звезды. Окей. Окей. А, блин, меня слили. Эх. Окей. Стоп. Я просто, я хотел тачку взять у этих, не знаю, как их там, КГБ, ЦРУ. О, я, прикинь, с вертолета это прострелил копов. Ух ты, ты на вертике? Лети за мной на вертике. Да я в здание влепился. Ты живой. Вообще четко. Я чуть еще не засосал пропеллером чужой вертолет этих копов. А ты, кстати, это... Летать умею. Не в том суть. А, это ты как раз надо мной летишь, да? Да блин, надо аптечку. Стой. Слушай, а в чем суть? В чем вот суть? Почему ты у меня зеленый? Ты типа потому что у меня в друзьях, да? А, в смысле зеленый? Не, тут просто у людей разные эти бывают цвета. Ну, по-разному как присоединюсь. А, понятно. Вот не просто ты у меня почти каждый раз зеленый был. Нет, я еще коричневый был. Ну, может быть. Но я жгу почти каждый раз. Слушай, я, короче, взял какую-то тачку. Стой, на вертолет, дом плейбоя, я тебе покажу квартиру. Классно, кстати. Да, сейчас. Кстати, надо... это потом квартира под... будет это, ну, там. А, ну, по летсплею, по прохождению. Окей. Шлепнул по попе. Все, давай, присаживайся. Ты присаживайся. Не, я про то и говорю. Смотри только, как в прошлый раз, не надо меня проветривать мозги по улице. Кстати, подлетел ко мне. Прикинь бы, если расчлененка была, ну это уже перебор был бы. Ну, согласись же. Блин, я опять радио листаю. Кикай вот этого, вот. Да блин, кикай. Н4-ит, он летает за нами на машине. Слушай, нажми телефон. Смотри, телефон. Телефон. Потом меню. Меню. Контакты. Контакты. И выбирай вот этого с гей. Ага. И нажимай кикнуть, да. И вот эту тёлку тоже. Зимаро. Знаешь, в чём прикол? Вот кто-то из них ведь был, это? Читер.
Не, кто-то из них вел машину, которой они летели. А это этот, ну тот-то, Селёнь. Да нет, суть в том, что тачка-то упала, когда он вышел. Погоди, садись, тут калаш. Калаш? Окей, только мне надо сесть нормально как-нибудь, а? Фак. Да ты вообще водить не умеешь. Я? Водить? Тебя шатает. Присаживайся прямо на дорогу. Стой, это не меня шатает, это вертолет. Я просто его это... Да садись на дорогу. Я просто пару раз на нем влепился. А, понятно. Знаешь, как в этом... «Приключения итальянцев в России», еще старый советский фильм. Не. Знаешь, такой смотрел, нет? Не. А, ну они там, короче, это... У них на самолете там авария произошла, и им пришлось... Ты ко мне садиться. Будешь? Да, им пришлось садиться прямо на дорогу. А, ну где-то я видел, что тоже на дорогу садится. Так, слушай, что за фигня такая? Я стою прям рядом с этой... А, она наверху, блин. Не, я хочу... Я, понимаешь, я хочу броньку одеть. Слушай, как ты думаешь, я тебя смогу убить, прострелив через кабину? О, смотри, какая тачка сзади. Стой, чел. Слушай, о, давай, у меня... короче, давай я снизу поеду, а ты сверху надо мной. Ну окей, ну у меня вертолет что-то пикает. Слушай, мне это не нравится. Он поехали до аптеки. Нифига, а чё за мной менты едут? Аптеки? Я думаю, сяду в кусты. Сядешь? Ха-ха. А вон я вижу аптеку рядом, там, а вон с озером этим. Да, с бассейном. Да, да. А, не, я там тоже не проберусь через кусты. Да ты вообще, как так-то? Ну ты чё, думаешь, вертолет он такой маленький? Да нормально. Нормально. Нормально, да, все четко. Все кусты проезжаю. Ой. Слушай, я этими пропеллерами задел этот дом. И все нормально. Блин, тачку поцарапал. Вентиляторами, скорее всего. Нереально, чуть-чуть поцарапал. Маленькая такая царапинка, знаешь. Кто хочет проветриться? Ты это к чему? Хочешь выпрыгнуть? Нет. Хочу кого-нибудь засосать вертолетом. Стой, я к дому подъезжаю. Оп, стоп. Да фак. Стой, это езжай ко мне. Сейчас, погоди, из машины выйду. Ну все, чувак, пошли. Так, сейчас полокоть. Как думаешь, деньги есть у него? У кого? Кажется, не были. Слушай, что за говно? Что такое? Я этот вентилятор сломал, пропеллер, самый главный, который за полет отвечает. Слушай, а я не могу, короче, подобрать этот гранату. А, у меня есть эти бутылки зажигательные. Всё, на Е нажми тогда бутылки зажигать. Да нафиг мне эти бутылки. Не, в смысле, нафиг мне эти гранаты, если у меня называется. Есть бутылки. Да я знаю. Бутылки. Чё тебе не нравятся бутылки и будут ещё... О, нифига, паркур, смотри. Ух ты, я зашел, короче, Слышь, я лезу в дом плейбоя. Вот, и, короче, я там буду жить. Инвестимент. Не судьба. Да там даже джакузи есть. Класс, всё, это мой дом. Погоди, где-то тут... Должна быть пушка. Ну нафиг тут джакузи, она корявая какая-то. Пушка. Я не вижу. Вот если в тебя кидаться бутылками пива. Да давай, я бери. Я не знаю, поджог какого-то чувака. Это прямой наглядный пример. Вот, смотрите, того, какой у меня нигер-босс. Где коп? Я не понимаю. Коп? Ты вообще там где? Ты зачем делаешь во втором городе? Я во втором городе? Я не знаю, что там делаю. Езжай ко мне. Я тут с пивом кидаюсь. Да я не могу понять, где коп. А, вот он, коп. Так. Смотрите, жареное мясо. Слушай, я, короче, кнопки это все отжал, да? И у меня мой чувак это бежит куда-то. А, это бывает, баг такой. Да, это клавиатуры баг. Ну. Так, окей. Возьму снайпушку. Снайпушку, да. Возьму машину.
Такой, возьми снайпушку. И полетишь на снайпушке. Окей, я запрыгнул. Так, я тут паркурю просто по дому. Ну окей. Офигеть. Мастер. Я паркур мастер. А, блин, у меня тачка загорелась. Не-не-не-не, валим. Так, мне вообще, мне пофиг. Так, 3-4. Я взял пестик, все, я бегу. Мне надо, короче, броньку одеть сейчас. Бронька. Так. Отлично пропаркуриваю. Пропаркуриваю. Что за... Так, ты чё, ты как так-то? Да я паркур-мастер просто. А, поди опять на качелях качался, да? Не-не-не, я по крышам прыгал. А, ну тоже четкий вариант. Я там просто не допрыгнул, да, и это, свалился в пропасть, так скажем. О, привет. Блин, я не могу понять, где калаш. А, вот он. Короче, не калаш, а... Ну, короче, УЗИ! Так... УЗИ, да, УЗИ. Сейчас будем делать всем УЗИ. Я, это, УЗИ-мастер. Где тут копы? Ты в кого палишь? О, кстати, хорошая тачка, я на такой же как раз ездил. Не, вот с НБ было бы прикольно, выглядело бы сейчас ночью. А чё там, всякие солнце, луна там добавляется, да? Да-да-да, фигня. Там улучшается графика машин, они вообще реально так выглядят. Потом графика с этих построек. Да, ты, что ж за фигня? Блин. Стой, что это за рака зодиака? Вон плакат. Погоди, приедь чуть-чуть. Блин. Промазал. Меня-то за что? Я-то вам ничто не сделал. У меня рука выгибается в обратную сторону, капец. Погоди. Чё такое? Ё-моё. Слушай, а сколько мы снимаем уже? Не знаю. Уже минут 30-40. Я честно, я не знаю, я что-то потерял ориентацию во времени. А тут дороги дальше нет. Ну ты что меня учишь? Ой. Стой, смотри. Не вылазь из машины, сядь, тут опасно. Зато тут калаш есть, видишь? Калашка, давай быстрее. А, нет, все, окей. Погоди, приостановись. Закрой дверь, погоди. Тут просто коп открывает дверь и все. А как закрыть дверь? Смотри. Опа! Ой. Четко. Окей. Ты вообще все сделал четко прям. Тачка. Тебя сбил, чувак, только. Сбил, я знаю. Да, сейчас, погоди, я это... Короче, поставь паузу на запись. Ага. Так, давай, я включил запись. Давай. Угу. Вот, в общем, ребят. Мы наигрались. Да, мы типа наигрались. Вот, потому что уже реально там дофига времени было наснято. Вот серии еще будут, постараемся шейдеры вставить. Ну, да. Будет красиво. Вот, и, короче, вот это мой персонаж из сингла. Такой, знаете, типа в стиле Russian Gangster, не знаю, Russian Mafia. Ты потом не забудь меня, правда... это персонажа... Стой, ты не забудь это поменять потом персонажа в следующей серии в этом, в мультиплеере. А, чтобы этого взять, что ли? Не-не-не, чтобы у тебя другой был, а не стандартный. А, там да, одежду, там костюмчик, все сделать ему там прикольно. А, нажмите что? Нажмите У. Ну и ладно, короче. Нажмите А. Вот, чтобы давай прощаться. Ага, ну давай. Всем счастливо, всем пока. До свидания, бандиты.